В выходные горел политехнический университет. Старая мебель вспыхнула на втором этаже в корпусе, который располагается на улице 8 марта. Случилось это в субботу вечером, а задымление сообщили прохожие. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. К счастью, эта часть здания в данный момент не эксплуатируется. Никто не пострадал. Другое ЧП примерно в это же время случилось в Шуе. В котельной произошел хлопок газа. Перед началом отопительного сезона был осуществлен пробный пуск одного из котлов. Вот произошел хлопок газово-воздушной смеси в этом котле, причины и условия которого уточняются. И данные нарушения были сразу устранены. В результате котла жизнедеятельность населения была не нарушена, погибших, пострадавших нет. Ну и были повреждены оконный проем и дверь, примерно на площади 7 квадратных метров.